Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников и скульпторов Шочепилли. Постклассический период, 1250-1500 годы, базальт. На языке науатль имя бога Шочепилли означает принц цветов. С его образом ассоциировались веселье, любовь и обновление. Покровитель игр, певцов и музыкантов в Центральной Мексике. Он считался также божеством ритуальной игры в мяч. С его именем был связан 20-й дневной знак в календаре, который назывался «Цветок». В одной из своих ипостасей Шочепилли, как господин юга, управлял мифической страной цветов вместе с супругой богиней Луны и плодородия Шочихе-Цаль. Ему посвящалось специальное торжество, праздник цветов. На этой скульптуре изображен бог или представляющий его жрец, восседающий на постаменте, его ноги скрещенные и подтянутые к груди, взгляд обращен наверх. Экстатическое выражение лица позволяет предположить, что он находится в состоянии транса или под воздействием веществ, вызывающих изменения сознания. Тело фигуры покрывают цветы и одурманивающие растения, которые использовались служителями культа и считались священными. Мочки ушей украшены массивными круглыми дисками, на груди ожерелье из когтей ягуара. Возможно, изначально в руках статуи находился музыкальный инструмент, позже утраченный, ну, возможно, или скипетр, на острый конец которого было нанизано сердце. Вырезанный из отдельного куска базальта пьедестал украшен изображениями цветов и бабочек, символов человеческих душ. Ну, вот такое описание к работе Шочепилли. Постклассический период, 1250-1500 годы, базальт, я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.